Подробнее о федеральных сетях, которые обосновались в Северодвинске, читайте в пятничном номере «Северного рабочего». Какие еще материалы подготовили корреспонденты, узнаем прямо сейчас. Свой юбилей отметила заслуженная артистка России Алла Сумарокова. В эту субботу она отпразднует его и с северодвинцами в Центре культуры и общественных мероприятий. Подробнее об архангельской певице читайте в материале Светланы Долгобородовой «Северодвинские благодарные зрители». В эту субботу Конституции России исполняется 22 года. Какие правки вносили в нее за это время руководители страны, а также в какой республике мы живем, президентской или парламентской, вы узнаете из моего материала «Как поправляли Конституцию». Урологические проблемы – бич нашего времени. О том, как предупредить заболевание, как правильно его профилактировать, северному рабочему рассказал врач-уролог Центральной медсанчасти номер 58 Игорь Водолазов в материале «О мужчинах и не только».